города Хадера. На море сейчас такой ветер дует, такие волны, что здесь просто сносит. Я стою на крайней пирса и боюсь, что по секунду меня может просто затопить здесь. Причем пирс кровати уже, похоже, это случалось в последнее время. Но все равно на море, конечно, приятно ходить в любую погоду. Здесь очень хорошая энергетика. Очень красиво. Это город Хадера, он, кстати, считается средним по израильским масштабам, где живет 100 тысяч человек. Я, кстати, писал уже об этом в блоге. Из них 22% это русские. Еще русское присутствие довольно-таки заметно. Есть и русские таблички, и вроде куча мусора, что свойственно израильским городам. Наверное, это все русское наследие в этом городе. Этот утес вдалеке, это место Тель-Авив, что в переводе означает «Омани Сколу Пусны». Куда сходить? Ура! Сам, пойду туда прогуляюсь.